Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня будем играть довольно интересную игру под названием Tapularity. Здесь нам предстоит кликать вот так вот по компьютеру, чтобы вот этот вот парень начинал долбить по клавиатуре и зарабатывать себе людей, да, которые в будущем, конечно же, будут приносить нам денежку и тому подобное. Я не знаю, каким образом вот он создает себе людей, но он это умеет делать, просто щелкая по клавиатуре. Возможно, он создает себе ботов или воображаемых друзей или что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, вот так вот мы можем зарабатывать первые деньги. У нас есть вот эти вот людишки, мы их превращаем, так сказать, в деньги. Деньги в будущем, конечно же, нам будут помогать, потому что мы можем делать за счет деньги новых фолловеров себе, да. И новые фолловеры, после чего помогут нам зарабатывать также денежку. В общем, все очень интересно, прям здоровски сделано. Радует. Люблю я такого рода, плюс довольно стильненькая игрушка. Здесь вроде также можно будет обставлять квартиру и тому подобное, всяческие штучки делать. И, в общем, надеюсь, вам понравился данный уже кликер. По мне, так он очень здоровский, давненько таких не выходило. Поэтому не грех его и лайком поддержать. Глядишь, я еще больше найду благодаря вашим лайкам подобных игрушек. Поэтому не жалейте ставить лайки, мне будет очень приятно. Да, тем временем нас зовут юзернейм нуб. Так, $650 стоит новая штучка, и можем ее уже купить. А, стоп, 650 человечков стоит новая штука. Можно, по идее, подкопить, но как-то будет очень долго. Давайте лучше купим себе какой-нибудь сервис, который позволяет нам больше людей набивать себе тем временем. Блин, мне нравится, как он реагирует на каждое наше действие, какую-нибудь эмоцию. Это так забавно выглядит так-то. Такой вот: «О, ну ты чё, денег-то нет, чё ты творишь-то, ёпты? Ты чё, вообще?» Ну, вряд ли он, конечно, бы так сказал, судя по тому, как он выглядит, он явно не гопник, но судя по тому, что у него просто нет двери, а есть только ее рисунок, то он весьма интересный человек. Интересно, что он кушает, как думаете? Где у него спрятано? Я вижу, что он довольно пузатый, поэтому наверняка у него где-то под слоем этой рубашки спрятана куча еды, просто он ее ест, когда мы моргаем на самом-то деле. Либо же он вообще пришелец, судя по тому, какие у него довольно странноватые руки, особенно вот это, то он вполне себе похож на пришельца. Тем временем у нас уже довольно неплохо накопилось денег, людей, на которых мы можем купить себе вот такие вот штуки и зарабатывать дофигища денег. Конечно же, купить вот такую вот штуку и зарабатывать просто тонну людей себе в данный момент. Замечательно, вот, прям летит у нас счетчик, это круто. Следующий апгрейд будет автокликер. Это будет очень даже удобно, но это вроде как скилл, как я понимаю, да. Поэтому если я так нажимаю, то клики идут сами автоматически в течение 30 секунд. Поэтому я также буду щелкать, пока это скилл идет. Так сказать, максимально реализуем все это дело. Скорее хочу себе купить что-нибудь новенькое, квартиру, хотя бы дверь, а то, глядишь, все-таки наш парень умрет, и это будет не очень прикольно. Да. Ну ладно, тем временем 10 секунд пока пощелкаем, и после этого пойдем покупать что-нибудь классное, прекрасное, интересное, фантастическое и так далее. Так-с, и все, закончилось скилл. Кстати, довольно недолго перезаряжается. Так, берем вот эту тему. Так, на это на... Так, стоп, мы ее и купили. А, да, мы ее и купили. Так, buy all делаем просто, так будет, наверное, проще. И здесь также buy all просто. Так вот, чтобы не сильно париться, мы можем делать все это попроще. Так, это нам не надо, я хочу посмотреть, что у нас престижа. 10 лайков надо получить. Как получить 10 лайков, интересно? Так, магазин. А, если мы на конгрегейте будем играть, здесь есть магазин, понятно. А я играю тем временем на другом сайте, поэтому здесь такая штучка невозможна. Так, ясно, понятно. Ну, давайте пока зарабатывать денежку, что еще нам остается. Лайки. Думаю, в будущем мы получим. Кстати, эти лайки не относятся к игре, это просто здесь они нарисованы, чтобы просто игрушку поддержать, если нам понравилось. А то, может, они думают, что это типа: «Ты чё такую вещь пропускаешь?» Так, давайте X2 делаем клики наши, хотя они довольно слабые, поэтому это не очень круто. По сравнению с тем, что у нас в секунду прибавляется, смысл того, что я делаю, вообще не особо большой какой-то. Если только комбить вместе с автокликером, тогда, наверное, будет круто. А так, по три клика, за три клика, точнее, один клик три юзера дает, это просто мелочь какая-то. В самом начале она еще была крутой, но сейчас она не очень имеет смысл. Так, хочу престиж. Как престиж заработать, интересно? Так, profit from Live Journal increases из 1000. Стоп, что? 55? Отличная, отличная отсылка к PewDiePie. Так, о, у нас апгрейды появились. Так, замечательно.
Так, давайте сделаем. Или я уже типа купил. А, я купил, они просто кнопочки вдавливаются. Так, давайте попробуем сотый левел Life Journal. Lime Journal, точнее. Тут как бы отсылки ко всяким сайтам. Есть такой сайт Life Journal, если кто не знает. Так, вот это делаем. Может, глядишь, я уже начну получать лойсы, а то столько людей у меня есть, а лойсы мне не ставят. В чем моя проблема, а, ребята? Вот, давайте мы не будем... Как он, вы мне тоже лойсов будете много ставить. Я буду очень благодарным, буду такой же счастливый, как он. Да, поэтому не жалейте лайков, мне будет очень приятно. Представьте себе, что это я, и это я так радуюсь, когда вы мне ставите каждый лайк. Хотя я так каждому лайку радуюсь, конечно же. Так, 100 тысяч людей надо, чтобы следующий апгрейд купить, но я это делать не буду, потому что я хочу себе поскорее генерировать денежку, чтобы купить себе больше сервисов для генерации людей. Ой, интервью какое-то мы даем. Так, вау. Twitch Translation, а что, ютубчик здесь есть? А что тут только Twitch-то, ё-моё, где... Почему, как только он начинает стримить на Твиче, у него сразу плюс 100 тысяч баксов? Научите меня так же жить, чтобы я только начал, включил стрим такой, одной кнопкой нажал, 100 тысяч долларов, ты такой, а, зашибись, и так каждые 5 секунд. Почему я так не живу, а, ребят? Почему мы так все не живем? Эх, свитер. Твиттер, блин. Так, ладно, я пока вот это буду покупать. Апгрейд можно купить. Ей, есть апгрейд. Крутота. Блин, божественный кликер. Мне он очень нравится. Настроение поднимает прям знатно так. Так, новые апгрейды. Это пока ничего вроде нет полезного. Поэтому ничего не буду юзать, потому что все равно мне кдешатся пока другие скиллы. Времени надо вот так вот будет заходить туда-сюда. Либо buy all нажимать вот так вот. И только тогда более-менее как-то все это дело будет успокаиваться, наверное. Так, фотобомбу. Кстати, да, надо не забывать делать апгрейды на самых простеньких. Они тоже вроде дают неплохую циферку, поэтому про них забывать лучше не стоит. Так, поэтому пойду доапгрейжу все остальное дело. Так, здесь вот апгрейд 3 вообще. Increase all your profits на 3%, поэтому круто очень. Так, давайте вот это прокачаем. Блин, сколько же людей требует, чтобы третий левел получить? Чё так дорого все, а? Чё так, блин, все дорого? Эх. О, апгрейдов много стало. Мультикликер, мани, кликер, клик, гейн, 50% должности. О, вот это круто. То есть я, получается, так делаю и... Оооо, вот это круто. Так, это надо прям вот вообще щелкать жестко. Что прям вообще дофигища заработать на время работы этой способности. Главное, чтобы у меня рука не отпала так быстро щелкать. Ну там реально дофига получается в итоге. Вот такой щелчок и должен был быть у меня с самого начала. Так, просто давай, 1 миллион уже есть у нас, ребят. Но ни одного лайка пока не поставили, понимаете, насколько у него неактивная аудитория. Вот так вот бывает. Но главное не унывать в этом случае, когда-нибудь мы получим наш первый лайк. По крайней мере, я не вижу, где его здесь получать. И это печально. Может быть, где-то я, может, на самом деле его получить, но здесь не видно просто этого дела. Так, можно купить себе свитер, и подкрывается мамбл у нас новый. Замечательно. Так, делаем вот так вот, идем сюда, покупаем Twitch Translation, радио можно купить и пообедать с PewDiePie. Замечательно просто. Почему бы и нет? Я бы хотел это себе в будущем. Надеюсь, у меня это получится. Так... Почему бы не сходить на свидание с PewDiePie? Чтоб тебе все потом завидовали. Я, говорит, PewDiePie был на свидании. Такой, чё? Шучу я, конечно. Так, зато плюс 11 тысяч за клик уже делается у нас. Это не слабо. Так, Mumble у нас появился теперь. First FM. Типа на радио уже снова выступать будем каком-то. Эх, черту это радио. И оно еще не доросло до меня. Так, секундочку. Так, пришлось на секундочку отвлечься, но ничего страшного. Сейчас продолжаем. Так, тем временем я уже неплохо так заработал. Блин, чтоб Mumble еще раз прокачать, офигеть, что надо, 22 миллиона. Ух, это будет тяжелый день, ребята. Так, ладно, пока купим вот это дело, апгрейды какие-то новенькие появились у нас, прикольные. Нет, пока ничего особенного нету, есть старенькие. Автокликер сейчас перезарядится, поэтому можно, по идее, вот так вот сделать и... Он должен быть очень даже крутой у нас на этот раз. Так, давай. О!
Так, и мне даже щелкать или самому не надо. Не надо мне щелкать самому, замечательно. Так, и время пусть он мне вырабатывает тонну аудитории. Эх, еще баблинских столько же зарабатывать. Но ничего, ничего. Скоро времени мы к этому придем. 100 лимонов почти есть, можно будет First FM получить, и там, наверное, будет очень круто. Плюс 5000 долларов, как по крайней мере написано. И это... вау, как много. Да. Так, почти 100 лимонов есть, автокликер заканчивается. Но, думаю, 5 лимонов остается добить, и это не так уж тяжело. Хотя, да, не просто без автокликера такую сумму набить. Это просто что-то из разряда фантастики бы было бы, если бы я сам набивал это дело. Что у нас есть такие прекрасные способности? Эх, теперь остается добить 100 лимонов. Это будет долгий путь, поэтому я буду щелкать очень быстро. Так. Вот таким вот образом. У меня есть свой автоклик, встроенный в руку. Правда, после этого, если слишком перекликаешь, рука болеть начинает, это я вам говорю. То как-то был раз, я играл очень много кликеров за один день, вот так вот щелкал, потом так офигевал, сидел. Так, кликер у нас какой-то появился, замечательно, не знаю, что это такое. 2,5 лимона мы пока точно не заработаем, поэтому покупаем вот такие вот штуки. Вообще просто buy all нажимаем вот так вот. И пока это вообще кнопка доступная, мы вот так вот делаем. Пока там интервал между этой штукой не будет большим каким-нибудь. Так, ну, вроде мы очень быстро бабло получаем. Так, и надо бы купить самые первые апгрейды у нас. Вот так, вот так, вот так сделать. Вот так. Что там еще можно прокачать? Интервью пока не прокачаем. Но можно здесь сделать здесь вот так тоже. И тоже, наверное, что-то прокачать. Так, или нет? Нет, можно будет прокачать вот это, если у нас будет лимончик людей. Так, сейчас у нас оно будет. И у нас первый апгрейд. Замечательно. Increase your profit 200%. Все круто. Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилась данная игрушка, данный кликер, по мне так он очень здоровский и заслуживает, по мне так, лайка, чтобы в него потом, может, еще поиграли. Ну или просто вам понравился ролик. Да. На этом все. Всем удачи, всем пока, хорошего вам настроения, не болейте и так далее. И, кстати, не забудьте подписаться, если еще не подписались. Я всегда рад новым подписчикам. Прям вот как вот этот вот парень. Да. Очень рад. Ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Да.